На очередном заседании депутаты Тверской городской думы утвердили отчет об исполнении бюджета за 2023 год. А также народные избранники назвали имя нового почетного гражданина города Твери. Тему продолжит Наталья Чекет. Доходы бюджета Твери за прошлый год составили 11,7 миллиардов рублей. Так, по сравнению с 2022 годом, налоговые и неналоговые доходы городской казны увеличились на 9 миллионов рублей, а безвозмездные поступления составили 6,7 миллиарда рублей. В течение года в городской бюджет регулярно вносились изменения, связанные с поступлением трансферов из вышестоящих бюджетов и перераспределением средств внутри муниципальных программ. Заслушали администрацию города Твери о том, как она использовала вот эти вот новые возможности, новые деньги, на что были потрачены, эффективно ли был исполнен бюджет. Но были проведены работы во всех комитетах, и потом были публичные слушания, на которых администрация отчиталась перед жителями города Твери по исполнению бюджета. Ну и сегодня на Думе мы рассмотрели и утвердили исполнение бюджета за 2023 год. Расходы бюджета за прошлый год составили почти 12 миллиардов рублей. В основном средства направлялись на социальную сферу. Главный финансовый документ города был сформирован на основе 14 муниципальных программ. Также в рамках муниципальных программ осуществлялись бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, которые объединили в адресную инвестиционную программу. Расходы на его реализацию составили 291,1 миллиона рублей. Уровень исполнения 93,9% от запланированного. По программам поддержки местных инициатив и инициативных проектов благоустроено 11 дворовых территорий. В прошлом году в Твери введено 190 новых мест в дошкольных образовательных учреждениях. Проведены работы по капитальному ремонту двух школ. 11 молодых семей получили выплаты на покупку жилья. Также удалось приобрести 51 квартиру для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Продолжена работа по расселению Морозовских казарм. Новое жилье получили 322 семьи. У нас социальная направленность бюджета, поэтому в основном все это связано, конечно, с образованием, с дорожными всеми работами, которые проводятся в городе. Ну, много программ, много статей. Во время заседания народные избранники поддержали предложение Общественной палаты Твери о присвоении звания почетного гражданина Твери Елене Барановой, которая уже 40 лет возглавляет муниципальную библиотечную систему города. Вместе с коллегами ей удалось не только сохранить большинство филиалов в сложные для отрасли годы, но и сделать городскую библиотеку современной. Так, Тверская муниципальная библиотечная система одной из первых в России начала внедрение новых информационных технологий. Центральная библиотека имени Герцена сегодня, помимо основной задачи, выполняет роль культурно-просветительского центра, реализующего множество проектов по работе с людьми разных поколений.